Вы это слышите? Это воробушки прилетели. Откуда? Их так не было долго. Я сидела за ласточки, вон летают воробушки. Я сидела за компьютером и прям обалдела. Вон они сидят наверху. Вам, конечно, не видно, если я приближу. У меня здесь сетка стоит от комаров. Не будет видно. Вон они там на деревьях. Смотрите, их так много. Они прям чирикают, чирикают. Вы не представляете, у меня прям улыбка на лице. Выше крыши. Вот они, вот они. Воробушки прилетели. Это вы ж мои родные. А где ж вы были-то так все лето? Девчат, откуда воробушки появились? Их не было. Прилетели. Вот летают с этого дерева на то, с этого на то. С ласточками играются. Ой-ой, вон они там летают. Уж ты, мои хорошие. Вон и ласточки летают. И воробушки. Что это у них тут? Свидание, что ли? Ласточек с воробушками. Машина, не ездите, дайте кайфануть. Ой, какое счастье, ой, какая радость. Вон он маленький сидит. Ну-ка. Блин, через решетку не видно. Вон он, воробушек. Блин, сейчас пшена накидаю. Можно им, наверное? Я сняла решетку. Они вон там, вон. Вон они перелетают с деревьев на дерево. Даже дочь удивилась. Вон я накидала им. Ничего они не едят? У них, наверное, тут гусениц этих желтопрядок много, да? Они их, наверное, едят. Ну-ка, ну-ка. Сейчас, может, одна увидит, позовет всех. Дочь говорит, давай им кормушку сделаем здесь. Вон они. Ой, какая радость-то. Ой, и они прям все поют, поют. Ну, идите, кушайте, я же вам положила. Ой, у них тут прям свидание какое-то. И вон там, на березке, на той. Ну, чё тут не свистите, не мешайте нам кайфовать. Пойте, пойте, мои зайки, пойте. Идите, пшёнышко, кушайте. Тётенька с ребенком шла, я попросила ее, чтобы она вон там насыпала. Под деревцем она насыпала. На, не вон, а. Они по всем деревьям. Они, наверное, этих гусениц едят, да? Зачем им мое зерно? У них здесь столько еды. Березка грустная какая стоит. Половину этих объели. Эти шелкопрядки. Девчат, кто заметил, что воробушки прилетели? Пишите. Я постою без вас, покайфую, понаблюдаю. Ой, сказка.